вместе с полей, короче, вот ехал, по полю упал, скользнулся. Защита сработала. Вот так. Пластик треснул, сломался. Вот, но защита сработала, самортизировала удар. И до ручек не дошло. Сейчас домой приеду, надо будет ее выгнуть обратно и закрутить. Что еще? Вот ножка тормоза погнулась. А так вроде все нормально. Ну, так что защиту must have обязательно ставьте хорошую, потому что, видите, данная ситуация. Я ехал, бля, на второй, наверное, ехал. И так вот это быстро произошло. Вообще моментально. Это дерьмо, как играет защита при падении. Падение было такое жестковатое. Я думал, зеркала сломаются, но зеркала выдержали нормально. Вот.